Классическую музыку нередко называют лекарством. Она действительно лечит души и смягчает сердца. Но когда действие происходит при свечах, то эффект оказывается гораздо сильнее. Приглушенное освещение, чарующие звуки, скрипки и клавиш. Такая волшебная атмосфера царила в музейно-выставочном комплексе «Артишок». Здесь собрались ценители классической музыки. На сцене артисты Дома культуры «Родина» и юные музыканты Центральной детской школы искусств. 100 ярких свечей украсили зал и сделали вечер особенно атмосферным. Сегодня мы зажгли 100 сердец, потому что у нас более 100 даже человек посетило сегодняшний концерт. Довольны музыканты, которые приняли участие в нашем концерте. И огромная благодарность им, что они отозвались и приняли эту идею на все 100%. В программе концерта прозвучали музыкальные произведения известных мировых композиторов – Вивальди, Шопена, Чайковского. Особым украшением вечера стали авторские сочинения музыкантов. На протяжении нескольких недель с артистами репетировал Андрей Росиус, профессиональный музыкант и сотрудник музейно-выставочного комплекса. Он помог подобрать репертуар, настроиться на выступление артистам и сделать концерт особенным. Замечательная была атмосфера, я даже слышала крики «Браво!», были аплодисменты. Зрителям это очень понравилось, и у нас на концерте было все продано буквально за сутки. На протяжении всего концерта зрители не отрывали взгляд со сцены. Многие пришли на вечер целыми семьями. Очень приятно осознавать, что такое большое количество талантливых людей, молодых людей у нас в Химках. До мурашек сегодня я и мой сын получили огромное удовольствие. Проект «При свечах» собрал полный зал. Это говорит об одном – химчане ценят классическую музыку. В планах организаторов сделать подобные вечера традиционными. Юлиана Мазырина, Вильфред Демковский. Новости Химки ТВ.